Слушайте, это не вас сейчас там опрокинули? Меня. Ну чего не бойтесь, с ним такой пробах не чаще, а 2 раза в сезон бывает. Вы туда идите, там смотреть интереснее. Не думаю. Это ж Кравченко играет. Ну и что? А? Гражданка, пройдите, пожалуйста, от ворот. Теперь что-то будет. Давай, Кравченко, давай! Доктора! Это что, доктор? Новенькая, сегодня первый день. Доктор? Да. Степа на поле. Хорошо, Гриш, хорошо. Идите, больной. Давай сразу, сразу, передавай. Ну, носилки, больной. Носилки? Дорогая, носилки на стадионе не полагается. Будьте любезны, вызовите носилки. Послушайте, я еще никогда в жизни спорил, не уносили на носилки. Сейчас унесу. Вы знаете, доктор, мне кажется, у вас от сильного удара вышли из строя задерживающий центр. Скажите, вы про это слыхали? А я думала, что вы умеете гоняться только по полю за мячиком. Как видите, весьма уважаемый занятие. Да, конечно. Так же необходимо человечеству, как разложение атомного ядра или полета в стратосферу. Послушайте, доктор, у вас такой сварливый характер, что к старости, мне кажется, будете такая вот... Ложитесь. Зачем? Я же могу идти. Я лучше вас знаю, что вы можете, что нет. Кладите его. Да нет, ну, доктор, ну зачем же это делать? Да подожди. Несите. Да ты не расстраивайся, Линус. Слушай, помни, что врач везде и всегда врач. И на этом самом футболе он тоже может найти применение. Какое? Как какое? Они ведь там бегают, дерутся из-за мячика. Раз бегают, значит падают. Падение-то вывихи, ушибы, переломы, сотрясение мозга. Да мало ли какие могут быть интересные случаи. Папа, вот ты настоящий хирург. А ты пошел на такую работу? Я? Нет. То есть да. Да. Очень живое дело. И интересные пациенты. Да, но они здоровые все, как черти, эти футболисты. Ничего не значит. Все здоровые, как черти, никогда не любят лечиться. Вот тут-то врач и должен заставить их соблюдать режим, проделать процедуры, словом, диктовать свою волю. Диктовать волю. Легко сказать. Папа, по-моему, врач все-таки должен иметь более внушительный вид. Нехорошо, когда у врача вдруг такая мелкая фигура. Почему? Академик Павлович, будь чуть ниже тебя. А великий хирург Пирогов ниже меня. А Тимирязев, Тимирязев был во какой. Тимирязев, Тимирязев был во. Ну чего ты меня уговариваешь? Диктовать волю. Алло, мне нужен Кравченко. Это вы? Как вы себя чувствуете? Что? Меня это совершенно не интересует. Я вам не обязана интересоваться как врач. Вы делаете ножную ванночку, которую я вам прописала. Нет, не делаю. По вашему совету я оставляю футбольную деятельность и улетаю в стратосферу. Алло. Алло. Бросил трубку. И очень хорошо сделала. Что она тебе там говорила? Ты понимаешь, она говорила, что люди, гоняющие целый день мяч по полю, люди явно легкомысленные. И ты считаешь, что она права? Судя по тебе, конечно. Но ведь она говорила о тебе. Ну, у нее просто не было более удачного примера. Ну, ладно, хватит массаж, она сказала 15 минут. А в самом деле, возьмем тебя. Человек кончает институт, а у него еще не сданы зачеты по механике. Иностранному языку я знаю. Ну что ж, у меня все впереди, сейчас каникулы. Не перебивай, старушка, это невежливо. И вот вместо того, чтобы работать над собой, человек лучшие свои годы проводит в футбольных воротах. И считать, что это нормально. Согласен, ненормально. Вот передо мной инженер-конструктор, гигант технической мысли. И он никак не может найти время, чтобы закончить свой проект. Да? Вы так думаете? Я не думаю, я уверен. Абсолютно? Абсолютно.
Вы видите это? Это я давно вижу. Последней ночи я сидел вот над этим хозяйством. И вот теперь, по-моему, кончил. Ты что, хочешь сказать, что твой мотоцикл готов? На бумаге, да. А что ж ты мне ничего не сказал? Понимаешь, я до сегодняшнего дня еще не был убежден в этом. Но теперь, кажется, все. Все. Все! Андрюш, дорогой, ну я не знаю. Ну, поздравляю тебя. Спасибо, Семен. Я тебе благодарен. Очень. Очень. А за что ты меня благодаришь? А за то, что ты мне ночью не мешал работать. И потом за твой вдохновенный храп, который мне напоминал звук мотоциклетного мотора. I'm sorry. Я сожалею. Я приношу извинения. I'm sorry. Можно немножко потише? Please, пожалуйста. Goodbye, будь здоров. Come in. Войдите. I'm... Пойду открою. Она. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста, проходите. Нам очень приятно. Здрасте. Прошу вас, проходите. Здравствуйте, больной. Здравствуйте, доктор. Дело в том, что мои обязанности входят следить за тем, что мои больные выполняли мои предписания. Почему не делать ванночку для ноги? На самом деле, Андрей, почему бы тебе не сделать ванночку? Вы ее сделаете сейчас же при мне. У вас есть какая-нибудь подходящая посуда? Конечно. Если медицина требует, я найду. Хорошо. И горячей воды. Слушаюсь. Вы взрослый человек, а за вами приходится ухаживать, как за ребенком. Если вы уж сделали ноги своей профессии, хоть к ним относитесь серьезно. Снимите туфель. Что это у вас за чертежи? Это траектория полета мяча. Не надейтесь, что вы меня сможете рассердить. Я пробуду здесь столько, сколько мне нужно. Боль ощущаете? Ощущаю. Сколько вам лет? Это что, частный вопрос или медицинский? Разумеется, медицинский. Тогда 27. 27? И что ж, футбол для вас до сих пор основное дело в жизни. Представьте себе, да. Футболист. Скажите, доктор, а сколько вам лет? Мне 24. И тем не менее, вы успели приобрести такую серьезную и положительную профессию. Да, представьте себе. Ну что ж, я одобряю. Что вы говорите? Ставьте ногу в тазик. Глубже. Будете делать ванночку каждый день по 20 минут. С последующим легким массажем. Температура воды 35 градусов, ноге полный покой. Да, кстати, товарищ Курочкин. Мне говорили, что у вас была повреждена правая ключица. О, это было давно. Право, пустяки, доктор. Как пустяки? Ты не щадишь себя, Семен. Поднимите руку. Сделайте вот так. Ощущаете боль? Ощущаю. Завтра 10:30 зайдете ко мне. Я вас направлю на рентген. До свидания. До свидания. Ощущаешь? Что? Она нас всех в госпиталь уложит. Угу. Спокойнее, Семен, не суетись. Удар точнее. Перов. Перов? Спасибо за массаж, Семен. Ну что? Ну что, Никодор Иванович? Я с его ноги мечей боюсь. Попробуйте, примите.
Не те годы, Сеня. Я свое отстоял. Твое счастье, что тебе не приходится против него играть. Андрей, а ну 11-метровый. Кто против меня имеет, Женька Зорман? Семен? Ну, Сеня. Кравченко. Здравствуйте, Сеня. Здравствуйте. Кравченко, сойдите с поля. Я вам запретила играть. Николай Иванович, разрешите? Ребята, помяните мое слово, она Кравченко не велит играть. Я хочу с вами поговорить. Пожалуйста. Видите ли, доктор, чувствую я себя хорошо. Зашел с поля, потому что капитан команды обязан показывать образцы дисциплины. Но мы не оранжерей на дуванчике. В следующий раз вы также исполните предписание врача. Да поймите же, у нас завтра встреча на кубок. Понимаете, кубок? Я смотрю вас и, может быть, сокращу срок. Но завтра вы играть не будете. Да именно завтра-то я и должен играть. А разве без вас нельзя играть? Есть запасные игроки. Что ж такое? Ну? Степ, встань на мое место. Это почему? Потому что завтра ты будешь играть вместо меня. Что, сняла с игры? Ну да, еще на 3 дня. Может быть, можно ее уговорить? Ее не уговоришь, у нее характер. Это моя сестра сняла Кравченко с игры. Все испортила. А еще сестра называется. Чего он там тянет? По моим уже время. Судья! Время! Судья! Время! Время! Судья! Время! Время! В самом деле, чего он там тянет? Я протестовываю, мать! Я говорил. Никонор Иванович. Играли лишние 2 минуты. Сейчас я ничего не могу сделать. Разберемся. Нужно, чтобы Нефедов сам признал свою ошибку. Ну, а где же Нефедов? Нефедов идет сюда. Ну, вот. Доиграли. Что, нарочно, что ли? Снять капитана перед такой игрой. Ну что, ты действительно сегодня не мог играть? Мог. Курочкин, не забудьте, что завтра в 11:30 у вас рентген. Спасибо, доктор. Вообще вам команда благодарна за помощь. Благодарите лучше себя. Я ничего не понимаю в вашем футболе, но мне кажется, что команда, которая проигрывает из-за того, что у нее выбыл один игрок, это не команда, а детский сад. Ну, знаете, это уже слишком. Семен, а что я мог делать, Андрей? Я 3 раза прерывался к воротам, а мне не давали мячей. Да правильно, Степ, ты очень хорошо играл. А вы ему не доверяли, всю игру вели к роялю. Когда выходит запасной напарень, нужно играть так же, как всегда. Если с отделения выбывает боец или даже командир, так отделение не останавливается, а продолжает драться и побеждать. Вы действительно плохо разбираетесь в футболе, но вы правы. Я вас сегодня товарищ просил передать, что он погорячился.
Простите, Елена Васильевна. Алло, кого? Елена Васильевна? Здравствуйте, товарищ Курочкин. Как узнал? Ну кто же вас не знает? Я кто? Я Гоша. Да-да, сейчас позову, она на кухне лапшу делает. Одиночку. Лена, Лена, телефону скорее! Гоша, что такое? Что случилось? Сам Курочкин. Лена, скорее! Курочкин! А кто такой Курочкин? Курочкин, сам вратарь. Вратарь? Что ты кричишь? Какой Курочкин? Я вас слушаю. Здравствуйте. Понимаете, Елена Васильевна, маленький товарищеский ужин по случаю переигровки. Мы вас очень просим. Вот. Ну что ж, спасибо. Нет, приезжать за мной не надо. Папа, это удобно, если врач идет в гости к своему пациенту. Странный вопрос. Почему же нет? Одну минуточку, мне здесь мешают. Это даже хорошо. Пациент больше доверяет врачу, когда лично знаком с ним. Ну, точно вам не обещаю, но постараюсь. Обязательно. Постараюсь. Ну что? Точно не обещаю. Наверное, не придет. Значит, обиделась. Я уж говорю, зря звонили. Не придет. Ну, все-таки нужно было позвонить, просто из вежливости. Ну, из вежливости и позвонили. В общем, не придет, нет. Пойдем. Ну, как у вас забыл? Ну, товарищ, прошу. Прошу. Андрей, давай, сделай. Ну, товарищи, прежде чем начать, я должен вам сделать одно заявление. Одну минуту. Никонор Иванович, прошу вас, вот ваше место. Прошу вас. Прошу вас. Ну, наливайте вино. Вначале девушкам. Ну, это естественно, Николай Иванович. Сюда, так, так. Ну, а теперь мне. Николай Иванович. Стоп! Больше никому. Как так? А вот так. Переигровка назначена не на субботу, а на завтра. Никому ни одной рюмки вина и на ночь не наедаться. Будьте здоровы, девушки. Зарезали, Никанор Иванович. Вот если вы завтра не выиграете, так действительно зарежете и себя, и меня. Будьте здоровы. Как так, Никанор Иванович? Спасибо, Никанор Иванович. Ну как же дальше, Никанор Иванович? Дальше? А дальше по домам. По домам, давайте, по домам. Давайте, давайте. Давайте, всего хорошего. До свидания. До свидания, Никанор Иванович. До свидания, Никанор Иванович. До свидания, Никанор Иванович. Простите. Да ничего еще. До свидания, Никанор Иванович. До свидания. До свидания. До свидания. Ключ получите завтра. Привет! Ну, будем спать. Ты ложись, а я немного поработаю. Нечего на меня так глядеть. С завтрашнего дня начинаю заниматься самым серьезнейшим образом. Через месяц защищаю свой дипломный проект. Ну что ж, Семен, так как с некоторых пор защита стала твоей основной специальностью, я не сомневаюсь в успехе. Заранее поздравляю. Не смешно. Мало взял, глядишь, до утра не хватит. Не хватит, еще возьмем. Семен, Семен. Мешай вашим занятиям. Нет, пожалуйста, даже наоборот.
Благодарю вас. Ты играть ты умеешь. Если бы тебя в детстве почаще пороли, может быть, и ты бы научился. Ведь если меня воспитывали по новейшему методу, путем убеждений и внушений. Судя по тому, как ты играешь, тебя, наверное, за двоих пороли. Эх, жалко, что тебя не твоя мама. И вообще ты мне надоел. Вот возьму и уеду от тебя какой-нибудь город с интересным названием. А ведь есть такие. Например, Гусь Хрустальный. Или Полустанок Соседка. А знаешь еще, какая станция есть? Ерофей Тимофеевич. Ну вот и уеду от тебя к Ерофею Тимофеевичу. Кстати, говорят, там сейчас хороший завод строится. Приеду, построю машину, сяду в седло, дам газ и прямо в Москву. Ну, меня, конечно, все встречают. Все, конечно, удивляются. Ну, конечно, удивляются. Эх, какая, говорят, замечательная машина. Только есть один недостаток. Конструктор хвосту. Да нет, не хвостун. Я еще немножко поработаю, и, может быть, я действительно сделаю хорошую машину. А знаешь, Андрей, я сейчас поймал себя на том, что я тебе завидую. А чего же мне завидовать? Я себя чувствую иногда таким... Бездельником? Ну, зачем уж так резко ставить вопрос? Ты понимаешь, Семен? Да, ты понимаешь? Подожди, я говорю, ты понимаешь? Нет, ты-то понимаешь? Ну что? Ну что, это она пришла. Ты же говорил, что она не придет. Когда? Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Проходите, пожалуйста. Одну минуточку, простите. Я что, наверное, слишком рано, да? Да нет, нет, что вы, Елена Васильевна? Понимаете, Елена Васильевна, у нас завтра переигровка. Вот пришел Никанор Иванович и всех нас разогнал. Всех? Да, всех, такой случай. Спать всех послал. Вот собрались поужинать и... Ну, пустяки. Я понимаю. Желаю вам завтра выиграть. Покоя ночи. Попали в компанию бездельников, которые ничем не интересуются, кроме своего футбола. Ну что ж, мы играем в футбол, мы любим его. Нам нравится эта игра. А почему вы улыбаетесь? Я просто так подумала. Вы, конечно, знаете, был такой ученый, великий ученый Павлов. Физиолог? Да. Так вот, говорят, что он очень хорошо играл в городки. И выкроил время для того, чтобы совершить переворот в науке. Да, сначала городки, а наука потом. Нет, нет, вы поймите. Это страшно просто. Я убежден, в мире существует одна страна, наша страна, где созданы все условия для того, чтобы человек развивался гармонически. Понимаете, чтобы он хорошо работал и хорошо плавал брасом, чтобы он умел строить новое и отличить Чайковского от Листа. Понимаете, чтобы каждый человек понимал, что это частица народа и служит своему народу. Чтобы человек презирал пустоту и пошлость и любил настоящую красоту. Чтобы он никогда не останавливался, все время хотел быть лучше и лучше, понимаете? Понимаю. И потом не смейте не любить футбол. Слышите, если бы вы знали, как нам
тренировку помогал на фронте. Так футбол развивает волю к победе, чувство товарищества, упорства. А почему молчите? О чем вы думаете? О вас. Хорошо или плохо? Лучше, чем раньше. А почему? Не знаю. Может быть, потому что я грозился сделать хороший мотоцикл? Может быть. Ну, тогда вам докажу, что я буду драться за проект руками и ногами. Ногами? Да, ну, уж не пробирайтесь к слову. Я вам докажу, что я умею держать слово. Машина будет построена. Докажете? Докажу. Здравствуйте. 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 Время? Кравченко опять нет? Нет. Это никуда не годится. Капитан команды целую неделю не является на тренировку. Команда с трудом вышла в полуфинал, предстоит серьезная встреча, а он ведет себя как мальчишка. Он говорит, что болен. Растяжение связок. Какое там растяжение? Корпит над своим проектом. Бегает в министерство. И вообще, что это за команда такая? Левый край ботаник, правый на трубе играет. А ты, инженер, что изобрел? А футбол тебе что, это игрушка? Что вы на меня кричите, Никанор Иванович? Я освободила Кравченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы его освободили. А он совершенно здоров. Он жалуется на боль в колене и связках. И вы ему верите? Я смотрела его. Ну и что же? По-моему, ничего серьезного. Объективных данных нет никаких. И все-таки вы его освободили? Я обязана верить больному. И послала его на рентген. Это такие лучи, Никанор Иванович. Здравствуйте, доктор. Семен, рентген. Вот вышибут нас с полуфинала, вот будет тогда нам всем рентген. Пошли на поле. Да, медицина. Слово имеет председатель технического совета. Прошу, Ерофей Тимофеевич. Проект, представленный товарищем Кравченко, состоит из двух частей. Первая часть касается машины как таковой, ее конструкции, расчетов и прочее. Во второй части разработаны новые производственные процессы обработки деталей этой машины, исходя из их конструктивных особенностей. В своем кратком сообщении я коснусь лишь второй части проекта. Товарищ Кравченко утверждает, что при условии сравнительно небольших капиталовложений применение его принципов технологического процесса может привести к повышению производительности поточных линий на 5-8%. В этой части своего проекта товарищ Кравченко допустил весьма значительную ошибку, которая объясняется его неверным представлением о пропускной способности высокопроизводительных агрегатных станков. Комиссия, которой было поручено изучение этого вопроса, ответственно и авторитетно заявляет, что сочетание нашей техники, которую на сегодняшний день мы имеем на большинстве наших заводов, и принципов Кравченко может дать не 5-8%, а 25-28%, товарищ Кравченко. Ну, Ерофей Тимофеевич, вы так говорили, что... Это еще далеко не оптимальные цифры. Да я не об этом. Ну что ж, товарищ Кравченко, будем строить вашу машину. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Павел Васильевич. Павел Васильевич, завод, который мы имели в виду, освобождается через 2 месяца. Следовательно, мы должны предупредить конструктора, что необходимо немедленно приступить к изготовлению опытного экземпляра машины. Иначе, товарищ Кравченко, в этом году, по крайней мере на нашем заводе, мы не сможем приступить к серийному производству вашей машины. Значит, надо приступить немедленно. 2 дня на сборы и на завод-городок. В какой городок? Город-городок. Тоже интересное название. Ну, желаю успех. Счастливого пути. Спасибо. До свидания. До свидания. Товарищ Кравченко. Простите, Павел Васильевич. Товарищ Кравченко. У меня к вам есть один личный вопрос. Ваша команда вышла в полуфинал. А как же кубок? Я задаю вам этот вопрос как болельщик. Есть же запасные игроки. А в финале прочту в газете.
А команда? Что скажет команда? Она... Не знаю, что они с вами сделают. Убьют? Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты что думаешь, капитан команды это... Нет, Андрюша, капитан команды это... Где моя синяя рубашка? Не бодрись. Пожалуйста, не делай вид, что у тебя такое прекрасное настроение. Ты понимаешь, что ты делаешь? Понимаю. Ну, объясни мне, что ты делаешь. Еду в городок строить машину, которая называется мотоцикл. В отличие от автомобиля, имеет два колеса. Если б я мог, я бы тебя отлупил с большим удовольствием. Этого ты не можешь сделать по двум причинам. Во-первых, потому что я мало сильнее тебя. А во-вторых, ты не убежден, что ты прав. Ты можешь говорить, что я не прав. Через 10-12 дней решается судьба кубка. А ты бросаешь команду и едешь... В увеселительную прогулку. Бабочек ловить, загорать. Я еду строить машину. А это теперь главное дело в моей жизни, понимаешь? Я все понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Я еще по инерции тебя считаю серьезным человеком. Ты окончаешь институт, у тебя впереди такая работа. Ты бы так же поступил на моем месте. Подожди, где-нибудь встретимся с тобой на работе. Я тебе припомню этот разговор. Где моя синяя рубашка? Не знаю. В правом ящике стола. А, правильно. Кстати, в городке хороший завод. Просись туда на практику. И не по другую. Провожать меня придешь? Я? Провожать тебя? Нет. Что ты горбишься? Лен, Влад, я на Хомича похож. На какого еще Хомича? Хомича не знает. Игорь, который в Динамо стоит. Не болтай чепухи. Каждый раз, когда ты приходишь в футбол, у тебя не хватает пуговиц. Скоро ты совсем без штанов побежишь. Что ты меня колешь? Ты ведь не в амбулатории. Беру. Разрешите войти? Да-да, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Наедине. Гошенька, выйди. Спасибо. Садитесь. Благодарю вас. Я закурю, вам не помешает? Пожалуйста. Лена, Елена Васильевна, можете вы спасти команду? Что? Вы, простите, я не так выразился. Вы можете заставить его изменить решение хотя бы на время? Я не понимаю, о чем вы говорите? Понимаете ли, дело в том, что, ну, в общем, он уезжает. Кто уезжает? Куда? Андрей. Он уезжает в городок. Кравченко? Да как же он уезжает? А кубок? Так в том-то и дело, Елена Васильевна. Он бросает команду и едет строить свой мотоцикл, который пускают в производство. Правда? Семен, а почему же вы приходите ко мне? Ведь уезжает не я, а он. Уезжает он. Но задержать его должны вы. Я? Да, вы. Команда считает, что вы единственный человек, который может задержать его отъезд. Ну, хотя бы до конца розыгрыша кубка. Команда так думает. Почему? Как почему? Да потому что он любит вас. Это тоже решила команда. Обсуждали на общем собрании. А что ж тут такого? Общественность давно в курсе. Ах, общественность уже в курсе. Ну, так имейте в виду, я об этом ничего знать не желаю. Извините меня, Елена Васильевна. Вы меня удивляете. Вы же врач команды. Вы что думаете, врач это... Нет, Елена Васильевна, врач это... Вы же серьезный человек. Так сказать, работник медицины. Медицина здесь совершенно бессильна. Не скромничайте, Елена Васильевна. В ваших руках судьба команды. Мы, в общем, так и решаем. Спасибо. Иду, иду. Ну что, ну что?
все в порядке. Молодец, Сеня. Хорошо. Хорошо. Товарищ Кравченко, простите мне мою бестактность. В случае чего разрешите обратиться к вам с просьбой. Всего два билета. На любую трибуну. Мне и моей жене. Простите, футболом совершенно не интересуюсь. Разрешите войти? Здравствуйте. Я пришел проститься. Я защитил дипломный проект и добился постройки мотоцикла. Так что я уезжаю. Поздравляю вас. Товарищ Кравченко, вы надолго уезжаете? На год. Что на год? Уезжаю. Куда? В городок. Какой городок? В город городок. Гошенька, выйди. Вера, вступай, погуляй. Они не придут меня провожать. А вы? Приду. Прощайте, Лена. До свидания. Прощай, старик. Прощай. Всего хорошего, ребят. Ну, прощай. Прощай. Передай Семену. Они счастливые. А он, значит, так и не пришел. Нет. Вот что, Андрей. Я тебя знаю. Ты все равно будешь играть. Если когда-нибудь встретимся на поле, обещай пенальти не бить. Ладно. Прощай, Степа. Гость. Ну, все хорошо. Всего. Мы скорбим. Мы очень скорбим. Кто мы? Мы болельщики. Андрей! Спасибо. До свидания. Всего, ребята! Здорово. Пиши, Андрюша. Здорово. Товарищ Кравченко, мы ждем. Мы надеемся. Thank you.
Порвал шестеренки. Коробку скоростей опять проверять нужно. Придирайтесь, Кравченко. Приличная машина, пойдет в серию. Хорошая машина, Николай Сергеевич, не ломается. А за доверие спасибо. Давайте комбинезон снимем. Сейчас, сейчас, сейчас. Не сейчас, а немедленно. Знаете, доктор, почему-то у меня с врачами всегда ненормальные отношения. Значит, это предельная скорость мотоцикла. Да. А вот скажите, какова основная задача? Чтобы построить хорошую машину. Ну, вы все написали? Ну, все там все, но вы понимаете, вместо жизненного очерка получается какая-то техническая статья. Ну, что с вами сделать, а? Ну, поищем выход из положения. Пишите, скажем так, волнующая встреча. Вчера мы посетили инженера Кравченко. Нас встретил гладко выбритый молодой человек. В глазах его светился незаурядный технический ум. И вот мы пришли к нему в выходной день и долго мучили его техническими вопросами. Ухожу, ухожу. Одну минуточку. Так. Это что, ваш папа? Нет, это папа девушки, которую я люблю. А не лучше ли поставить фотографию самой девушки? Это, знаете, примитивно. Тогда же интереснее. Действует на воображение. Вот если отбросить усы, ну, очки снять. Глаза такие же большие. И рот почти такой же. Представляете? Очень красивая девушка. Ну, я ухожу, простите, пожалуйста. Да, до свидания. Вы где проводите выходные дни? Да знаете, как-то некогда было нигде. А вы куда идете сейчас? Я сейчас иду на стадион. А что, матч? Да нет, тренировка. Подождите, я с вами пойду. Пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Вы бы отошли, гражданин, а то вас мечом зашибут. Ничего. Загораются тысячи глаз. Весь наш город сейчас на футболе. Он душою болеет за нас. Футболисты в наступление. Мы как буря грозны в нападенье. А в защите как стена. Так учила нас война. Дружбой молода сильна. Футболисты в наступление. Мы как буря грозны в нападенье. А в защите, как стена, так учила нас война, дружной молода сильна. Горячиться, товарищ, не нужно, поработай сперва головой. Побеждает советская дружба и веселый напор боевой. Футболисты в наступление, мы как буря грозны в нападенье. А в защите, как стена, так учила нас война, дружной молода сильна. Закалила спортсменов работа, золотые согрели лучи. Заграничных далеких воротов побывали наши мечи. Футболист, футболист, наступление, наступление. Мы казны, нападение. Скоро будет городок. Как много писем сразу получит, Андрей. Жаль только, что телеграмму поздно послали. Вышел бы, повидались. Его теперь никакая телеграмма не вытащит. Он своей машиной занят. Великолепный был игрок. Форму, наверное, свою потерял. Спортивную. Отстал. Повидать бы его хотел. А вы, Лена? Очень. Подъезжаем к городку. Ребята, подъезжаем к городку.
А кто пойдет опускать письма, Андрей? Я пойду. Ну, конечно, Елена Васильевна. Ах, Елена Васильевна! Ребята! Ребята! Дорогой Андрей, едем мимо вашего городка. Дали вам телеграмму, думали, что встретите нас. Но вы, наверное, ее не получили. Да мы ее подали слишком поздно. Нам понравился ваш городок, ваш завод. Вот он гудит сейчас. А слева ваш дом, как вы его мне описывали. Смутно даже вижу окна вашей квартиры. По-моему, уютно. Лена что-то задержалась. А ну, ребята, найдите ее. Там? Это я, Гоша. Гоша? Ну, входи, входи. Здравствуй, Вась Курочкин. Здравствуй. Семен Семенович, Лена приехала. Когда? Только что. Злая, расстроенная. И мне опять ни за что попало. А я... что-нибудь случилось? А я не знаю. Ну, пойдем. Ну, нет, вы не беспокойтесь, Леночка. Не вставайте. Ну, как он-то? Его отвидали? Видела. Ну что? Ничего, очень счастлив. Любимец публики. Играет в футбол. Как в футбол? Так, очень просто. А на заводе-то он работает? Мотоцикл-то как? О каком мотоцикле вы говорите, я не понимаю. И вообще, оставьте меня в покое, мне это решительно все равно.
А команда у него сильная? Не знаю. Я совершенно неинтересна. Маша, ну принеси еще водички-то. А вы почему не ходили? Ведь вы же его провожали. Послушайте, Семен, мы не должны ему дать выиграть у нас. Он думает, что он непобедим. Он гонится за успехом. А мы ему покажем, что он ничего не стоит без нас. Семен, миленький, если вы пропустите в ворота хоть один мяч, я не знаю, что я с вами сделаю. Ох, надо выиграть. На самом деле, чего мы испугались? Кравченко испугались. А кто такой Кравченко? Кто его создал? Никодор Иванович его создал. Мы его создали. Столько лет вместе играли, а теперь против сыграем. Хотя, конечно, это очень трудно играть против друзей. Ему тоже. Нет, Никанор Иванович, по-моему, ему не трудно. А вот мы его спросим. Андрей! Здравствуйте, Беглянка. Здравствуйте, Андрей. Простите, меня вызывают в судейскую коллегию. До свидания. Возьми свои бутсы, Андрей. Они счастливые. Ребята предсказывали мне такую встречу, но я им не поверил. Ты что думаешь, я гастролирую? Я защищаю честь города, в который я уехал не на день, не на месяц, а навсегда. Ну что ж, ладно. Спасибо за бутсы, Семен. А сейчас я знаю, как мне нужно против тебя играть. Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче. Сегодня решающий матч. Встречаются команды «Метеора» и «Городка». Капитаны этих команд Семен Курочкин. Команде «Городка» наш привет! Привет! И Андрей Кравченко. Команде «Метеор» наш привет! Старые друзья, игравшие когда-то вместе. Андрей Кравченко опять в своем родном городе. Бабушка, это Кравченко. Кто? Кравченко. Он играет против своих бывших одноклубников. Курочки, Кравченко. Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами. Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо в своих традиционных полосатых футболках футболисты «Метеора». Футболисты заняли свои места. Вы опять трусите, Семен? Сейчас будет дан свисток, и матч начнется. Мяч переходит направо. Он попадает к правому краю нападения команды «Городок». Вот он продвигается вперед, подает на штрафную площадку, но сейчас же оттуда мяч отбивает к центру поля. Мяч переходит на левую половину поля. Вот он у инсайда. Тот передает хорошо в центр. Пас налево. Здесь набегает бэк. Мяч у него срезается. Мяч попадает к правому краю. Тот успел подать, как уже мяч отбит. Мяч получил Кравченко. Он продвигается хорошо с ним, быстро вперед. Подыграет грудью, потом подыгрывает головой. Вот еще раз головой и удар. Семен Курочкин получает первый подарок от старого друга. Пяти метров каждый может. Семен, миленький, что же это такое, а? Ну что я могу сделать? Это ж пушка. Приходится начинать с центра поля. Зря Семен вернул, они счастливые. Оп,
Вы, кажется, столкнулись. Ну ничего, бывает. Мяч удобно защитил в центре поля. Вот он продвигается немножко вперед. Хорошо дает правому инсайду, то направо вперед. Дальше туда Шумалов выбежал. Мяч переходит теперь на левую половину поля. Подходит в штрафную площадку. Удар! Семен, миленький, вот видите, я говорила, что мы выиграем. Обязательно выиграем. Быстро сквитали счет. Молодец, Степа. Хороший круг. Кравченко должен был начать опять игру с центра поля. Мяч вот сейчас в центре поля. Вот он уходит на левую половину поля. Подает команда Метеор. Вот мяч у правого инсайда. Он отдает его еще дальше направо. Мяч около штрафной площадки. Вот ходит в штрафную площадь. Мяч быстро и сильно отбивает его на центр поля. Здесь играет кто-то головой. Вот еще раз головой. Мяч попадает в Кравченко. Он ходит в штрафную площадку. Навстречу ему выбегает Курочкин. Он у него в ногах. Спал. Мяч в руках у Курочкина. А побаивается он все-таки Кравченко. Мяч попадает в правую инсайду городка. Он хорошо входит в штрафную площадку. Вот он доходит до лицевой линии, вот подает. Мяч поднимается высоко в воздух. Удар! Два приятеля ворот. Вставай, простудишься. Я вас возненавижу, Семен. Еще не вечер. Значит, ты не пойдешь? Нет. Хорошо, через минуту ты об этом пожалеешь. Не угрожай. Ах так. Есть один лишний билет. Теперь у Кравченко. Он продвигается с совершенно явным намерением забить гол. Вот он идет хорошо по левому краю. Вот подходит к штрафной площадке. Вот немножко дает направо. Опять входит в штрафную площадь. Удар. В ногах у него вратарь. Отбил мяч, но недалеко, неудачно отбил. Опять ему приходится отбивать мяч. Еще раз удар. Но на этот раз он выбрасывает мяч на ногу Кравченко. Удар! Гол! Нет! Хорошо, Семен. Отличный бросок вратаря. Определенно, Курочкин сегодня гудает. Семен, я вас расцелую! Елена Васильевна, слишком много свидетелей. Вот правое крыло нападение Метеора опять идет в атаку. Мяч у правого инсайда, сзади его кто-то догоняет, посадает ножку, он падает. Так нельзя, конечно, штрафной удар. Некрасиво! Давай, Кравченко! Гоша, пересядь. Вот видишь, как вредно бывать на футболе. Да-да. Однако очень занимательная игра. И я теперь начинаю понимать Гошу. Свисток. Правый край подает угловой удар. Вот мяч поднялся в воздух. Прекрасно отбивает кулаками его вратарь. Мяч уходит. Восьмерки. Это правый инсайд. Вот он идет дальше с мячом. Ходит куда-то налево. Кажется, сейчас будет бить. Нет. Ноги ему прекрасно бросился защитник и отбил мяч к центру поля. Вот уже игра перешла на правую половину поля. Мяч опять у Кравченко. Вот он проходит вперед. Нужно бить. Идет. Не совсем удачно. Мяч отскакивает из штрафной площади от ноги защитника. Вот опять он у Кравченко. Кравченко входит в штрафную площадку. Вот еще дальше идет. Нужно опять бить. Удар! Кажется, в центре поля опять борьба за мяч продолжается. Ничейный результат не предвещает мирного исхода матча. Кажется, обе команды настроены более чем по-боевому. Вратарям приходится много работать. Но вот мяч у инсайда. Он входит с угла в штрафную площадку, обходит защитника. Удар! 3-2. Игроки немного устали. Однако темп игры не спадает. Вот мяч у штрафной площадки Метеора. Здесь нарушение правил со стороны защитника. Совершенно справедливо судья назначает штрафной удар. Вот мяч бьют в живую стенку игроков, которая выросла между мячом и воротами. Ну, мяч отбивают на трибуны. Ну, в избежание недоразумений. Конечно, приятно было подержать мяч в руках, может быть, старому игроку. Вот выкинули аут. Мяч уходит к правой штрафной площадке. Вот следует хороший пас. Удар! И вот игра уже перекладывается на другую половину поля. Вот мяч у Шувалова. Он выходит на штрафную площадку. Он в выгодном положении. Нужно бить по воротам. Отбили у него мяч. Мяч уже у правого инсайда противника. Вот тот штрафной площадки. Удар!
блестяще отбивает вратарь. Ну, не успеет он встать, наверное, да? Что наделал защитник? Схватил мяч руками. Что это? Пенальти. Что? Футбольный термин. Гол неминуем. Ведь бьет Кравченко. Алеш, пробей. Что? Он не хочет бить? Да, выходит правый полузащитник, 6-й номер. Удар! Гол! Опять в центре поля. Им завладевает Кравченко. Вот он продвигается к штрафной площадке противника. Он идет на месте левого инсайда. Вот он подходит к штрафной. Нужно уже бить поворотом. Ах, какое неприятное столкновение. Андрей, сапожники с поля! Боже, что за выражение? Немедленно извинись. Сапожники! Боже! Некультурно! Да-да! Андрей, Андрюша, я не нарочно. Честное слово, не нарочно. Ты мне веришь? Пустяки, Степа. Да, повреждение тяжелое. Кравченко покидает поле. Давай, Миша, давай. Передавай мяч быстро, ну. Ну не держи мяч, ну. Ну что ты делаешь, ну? Идите, больной. А то вызову носилки. Носилки! Носилки? Носилки на стадионе не приняты. Что вы говорите? Идите. Неужели его так сильно подвели? Теперь команде Городка будет очень трудно играть. Вместо Кравченко, этого настоящего вдохновителя атаки, выходит запасной игрок. До конца матча остается ровно 1 минута. Игра опять по-прежнему у штрафной площадки Метеора. Вот сейчас почти все защитники и нападающие собрались на своей штрафной площадке. Вот мяч у левого инсайда. Он входит в штрафную площадь, подает на ворота. Удар! Андрей, поздравляю, победа! Да, какая победа? 10 000. Что 10 000? 10 000 экземпляров, это только в первом квартале. 20 000 во втором. Да, прощай. Вечером увидимся, спешу в редакцию. Сбросить усы, снять очки. А-а-а, здрасте, я вас узнал по фото вашего папы. До свидания. Очень рад. Прощайте, спешу в редакцию. Подождите, Дюра! Что это, Андрей? Это мой мотоцикл. Ну и как? Да ничего особенного, проведены последние испытания. Побит всесоюзный рекорд. Андрей, что же вы не были на испытаниях? А как же они? Футбол развивает чувство товарищества, сплоченности. Волю к победе. Помните? Помню и вижу. Напряжение на трибунах возрастает до предела. Вот мяч около штрафной площадки направо. Вот он почти входит в штрафную площадку. Нет, вот туда отбивают. Мяч уже у Шувалова. Он входит в штрафную площадку противника. Он обходит последнего защитника. Вратарь выбросился навстречу. Оп, упали. Мяч медленно катится в ворота. Гол или не гол? Победила команда «Метеор». Смотри, кто приехал. Здравствуйте. Вам кого? Елена Васильевна Кравченко. А по какому вопросу? Видите ли, мне посоветовали обратиться к ней за помощью. А вы что, больны? Нет, нет, дело не в этом. А в том, что мне нужно снять комнату в этом городе. Ах, комнату. Вам здорово повезло. Как раз вот в этой квартире сдается комната. Да что? Серьезно? Очень приятно. Пожалуйста, проходите. Благодарю вас. Пожалуйста. Чемоданчик захватите, пожалуйста. Это? Да-да, это. А что, вам не нравится? Чего? Елена Васильевна, к вам пришли.
Надолго в наш город? К сожалению, меня командировали в ваш город в качестве инженера на постоянную работу. Что вы говорите? Какой господин? Я тоже. Да что вы? Серьезно. Действительно, поразительно. Как-то же и... Вы это не простите экспансивность моей жены. Она встречает так каждого, кто снимает у нас комнату. Да что вы? Простите, пожалуйста. Вы мне напомнили одного нашего хорошего знакомого. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. А комната очень хорошая, светлая, сухая, солнечная. Простите, а сколько она стоит? 100 рублей. Ну ты брось, понимаешь, что это сумасшедший. Это чудак с полным бутеном. Соскучился я по вас, чертовски. Опаздываем на работу. Семен, миленький, завтрак на столе, отдыхай, не скучай. Располагайся как дома, а вечером ты нам все-все расскажешь. Ну, расступайте. Машина берет с места. Дойдешь пешком, тебе близко. Если бы ты был настоящим человеком, ты бы меня проводил до завода. Пойдем, я тебе покажу настоящие дела. Ну ладно, так и быть. Пошли. Даже побежали.